Друзья, здравствуйте. Здесь сейчас в этом видео я вам покажу, как баннер настроить для того, чтобы он был именно за вами, и чтобы именно когда нажмут на баннер, который вы разместите у себя на блоге или сайте или форуме на каком-то, да, чтобы это было засчитано за вами, и если человек потом что-то купит, вы получите за это деньги, свои 30%. Значит, смотрите, вот есть тут такой год для вставки баннера. Вот он обозначен, да. И вот здесь это код общий, вам тут нужно будет заменить вот эту ссылочку на свою. То есть для этого вы заходите в свой партнерский кабинет, выбираете, естественно, нужный бесплатный курс. Вот данный баннер, это, как мы видим, баннер бесплатного курса 5 секретных фишек Smart Responder. Поэтому мы заходим в свой партнерский кабинет. Вот здесь берем вот эту ссылочку, копировать адрес, ссылку. Копировать ссылку, да. Заходим, значит, вот вы скопируете этот себе код, и вам нужно заменить вот эту ссылку на вашу партнерскую. Вот что я сейчас и сделаю. Вот вставить. И здесь тоже меняем. Это у нас второй баннер. Здесь тоже ее меняем. Вставить. Так. Так, все, после этого вот вы проверьте работоспособность данного баннера. То есть вот этот код вы можете добавлять к себе на блок. Там, например, виджет. Ну, я думаю, вы знаете, как это делается. Если не знаете, попросите какого-нибудь фрилансера, он вам за 100 рублей все это сделает. То есть, ну, главное, не забудьте поставить здесь свою партнерскую ссылку. Сейчас проверим, кстати, как работает у нас этот баннер. Так, вот, давайте нажмем сейчас на баннер, на любой, вот, например, вот на этот. Вот видите, у нас открывается нужная страница подписки. Все, мы сделали, значит, правильно. Вот, поэтому еще раз обращаю ваше внимание. Берете вот этот код, полностью его копируете и вставляете к себе на блок, например, виджет какой-то, да. Но обязательно перед этим замените вот эту ссылочку. Эту ссылочку вы сможете найти, когда зарегистрируетесь в моей партнерской программе. Потом найдете соответствующий бесплатный курс. И вот эта ссылка будет находиться вот здесь. Все, спасибо за внимание. С вами был Артем Пешков. До встречи.